Мы приехали в храмовый комплекс Мульгиригала. Это от побережья 23 километра. Вот. Мы здесь уже когда-то были. Это вот первый этаж, а нам подниматься надо будет аж вон туда, на самую высоту горы. Начало такое. Лестничка вверх такая. Хорошая. 210 метров вверх мы должны пройти. Тут внизу здесь кельи монашки. Монахи убирают сейчас, пацаны. Оттуда уже люди спускаются местные. Идем вверх. Так, забрались мы до второго уровня. Здесь как в Дамболе такие пещеры. Под скалой. Ну как, не устала еще? Нет. Ага, вижу обезьян. Так, это злобные животные. Лучше их обойти. Идем внутрь. Вот. Все расписано. Лежащий Будда. Классно, да? Угу. Потолок весь расписан Буддами, лотосами. Этот этаж понятно. Выходим. Там человек молится. Мы находимся под скалой прямо. На этом же уровне еще один, оказывается, есть вход. И еще лежащий Будда здесь. И с такими фигурами рельефными. Такие двери древние. Тут рисунки нарисованы еще. А вот это лежит, у него сердце тоже вот эта штука. Угу. И ступа даже есть. Кто-то захоронен, скорее всего. Все, этот вот этаж мы прошли. Лестнички, конечно, здесь крутые. И вертикалочки. Вот. Почти дошли мы до второго этажа. Здесь такая смотровая площадка. С пагодой.
скажу, на какой мы высоте. Обезьяна, да. Туда красиво как, смотри. Вон гора какая-то видна. Да, отсюда, возможно, и виден уже пик Адама, где-то там, вдалеке. Вот горы, там мы будем через полтора месяца. Здание в горе высечено. Идем мы туда вверх. Вот мы поднялись еще на один ярус. По таким ступенечкам, опять-таки вертикальным. Опять в скале помещение. Сейчас зайдем, посмотрим, чего там. Большой шкаф для посуды. Ну, непонятно, для посуды или для чего. Потому что он древний. И стойки такие. Все из красного дерева. И акустика. Ага. Темненько, конечно, здесь. Ну, опять лежащий Будда. Древние ворота такие вообще, такая старина. Потолки все расписаны. Да, тут низко прямо стоит. Здесь расписано опять все буддами. Переходим здесь в следующий зал. Вот тут барельефное все. Картины. Хмурые львы. Заходим внутрь, здесь опять лежит Будда. А здесь не только Будда, здесь куча разных фигур опять. Двери расписаны. Низкие потолки. Выходим на улицу. Вот. А здесь бассейн с лотосами. Красиво. Тишина абсолютная. А, тут даже жабы, рыбки. Все булькает. Вот. Проходим дальше.
какой вид отсюда. Красиво. Река и джунгли. Там дальше рисовые поля и работают люди. Идти нам вот туда. Лестница приобретает вертикальный такой подъем. Да, тут можно на четвереньках идти. Она такая узенькая, конусообразная. Да. Одно дело подниматься, потом еще спускаться здесь. Это вид завораживает отсюда уже. Сейчас чуть выше поднимусь. Вон туда должно идти. Вот зашли мы в эти ворота, поднялись наверх. Та же самая вершина. Тут деревья священные. Вот. И поднимаемся. Покажи лицо. О, Лена немножко вспотела. Немножко, это чуть-чуть. Тепло. И у меня футболочка тоже насквозь мокрая. Так. И вот уже самая вершина, последние ступеньки. Здесь пагода. Говорящее ведро. И открывается небольшой вид с высоты. Сейчас отсюда посмотрим. Ух, классно. Проходим дальше. И вот тут картиночка. А здесь еще Будда внизу, вот ниже есть. И дальше горы. Это вот пошли мы на север туда. Вот здесь лезем. Вот мы спускаемся к этому Будде. Оказывается, это сделали смотровую площадку. Мы здесь были 10 лет назад. Этой площадки не было. О, здесь вообще классно все видно. Прямо обзорное место такое. Ух. Класс. Красиво. Там горы с облаками. Там вот Леночка наверху. Ну вот такой вот храмовый комплекс Ольги Регала. Хорошее место.